Ожидание рождения малыша – тревожный период для женщины, а тут еще и эпидемия. Узнать в таком положении о положительном тесте на COVID-19 страшно. Однако, как обнадеживает статистика, в Чувашии с начала пандемии не зарегистрировано ни одной смерти среди беременных и рожениц с коронавирусом. К тому же беременные с COVID-19 в республике рожают здоровых малышей. С марта 2020 года, когда началось изменение работы медицинских организаций в условиях вот сложившейся ситуации, у нас акушерское отделение городской клинической больницы номер 1 было перепрофилировано для приема беременных и рожениц с гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, с подозрением на ковид, с подтвержденным диагнозом ковид со всей территории Чувашской республики. В рамках подготовки к этой работе немножечко была изменена не только структура, но и характер работы самого акушерского отделения. На сегодняшний день работа организована, женщины наши получают качественную, доступную, самое главное, квалифицированную медицинскую помощь. Я думаю, что мы свою работу перестроили и организовали ее с учетом действующей эпидемиологической обстановки. Женщины с ковид или подозрением на него находятся в отделении отдельно от тех, у кого диагностировали внебольничную пневмонию, грипп или ОРВИ. С апреля месяца мы были перепрофилированы под отделение. За это время мы прилечили 850 женщин. Из них родилось у нас 457 детей. Прошло за это женщины с ковидом 173 человека прошло. И родилось около 68 детей с ковидом. У женщин с ковидом, да, с подтвержденным. Были и преждевременные роды, то есть и были переводы в детскую реанимацию детей. Ну и кто-то совершенно нормальные дети, абсолютно здоровые дети родились. В сентябре Екатерина Федорченко с подтвержденным диагнозом ковид родила здорового малыша. Вызвала скорую с предположением, что я уже рожаю на 40-й неделе. У меня поднялось давление. Мы вызвали с мужем скорую и поехали в роддом. Вот. И в третий роддом поехали. И там оказалось, что у меня температура 37,5. Соответственно, меня повезли уже в пятый роддом. И здесь взяли тест на следующее утро. Он оказался положительным, первый тест. Никаких внешних симптомов, проявлений в виде кашля, одышки, таких вот классических проявлений у меня не было. Соответственно, я даже не знала, что у меня может быть такой вирус. Всю беременность себя берегла, ходила здоровой, ничего не предвещала. Соответственно, как... У вас сразу стали лечить, да? Да, как выявили вирус, меня стали лечить вот, с 24 сентября, а 27 я уже родила. Когда роженицу доставляют в акушерское отделение с признаками заболевания, здесь же берут анализы, проводится диагностика и лечение. Задача медиков, чтобы женщины с COVID-19 выздоравливали и рожали здоровых малышей. Ольга Лазарева, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.